Здравствуйте, привет всем! Какая сегодня у нас жара, солнышко! Мы вышли с нашим Томиком в парк. Томика! Какой он счастливый! Мы такие раздеты, у нас такая классная погода. Доча, привет! Привет, привет всем моим хорошим, кто меня смотрит. С вами Мария, ваш блогер новенький. Сегодня у нас 30 апреля. Мы вышли прогуляться в наш парк утром. Людей нету, такая красота, все по работам и так далее. Мы сегодня балдеем от жары, у нас такая жара на улице. Супер! Я думаю, что уже где-то 26 градусов утром только. Слава Богу, у нас началась жара. Потом будут свои дела, будем заниматься делами. Сейчас пока немножко надо отдыхать. Доченька, привет! Мы с Томиком нашим, с собачкой, всегда выходим гулять. Смотрите, какая красота, солнышко, жара. Немножко хочу показать вам город с другой стороны Шишли-Медикой. Смотрите, какой зеленый, какая зеленая улица. Мы сегодня, занимаясь делами, у меня не получается видео делать. Много работы. Потыкнулась. Много очень у нас сегодня работы. Занимаемся делами, все быстро-быстро делаем. Это все близко возле нас, просто с другой стороны. Смотрите, как детки играют сегодня, как маленькие детки играют. Здесь парки такие есть в Стамбуле, в каждых дворах, сколько деток играет. Аварию сделали, разбираются. Перекрыли дорогу. Это у нас такие улочки, смотрите, кафешки везде, как обычно. Мы идем в большой магазин другой улицей. Немножко здесь потихо, потише, нету такого шума. Очень красивые. Здесь много офисов. Здесь разные офисы, студии всякие. Мы были по своим делам, дай бог у нас все получится, потом покажем. Пока секрет. Дочка моя устала очень. Вот это другая дорога, мы идем задним двором. Большой, огромный магазин. Смотрите, как красиво. Как это зеленые. Все сверху. Смотрите, какой огромный. Это фирмы, офисы. Смотрите, какая красота. Как классно тут. Вау. Вот это умеет делать. Мне нравится в Турции, что у них все зеленое. Смотрите. Сниму, какая здесь красота. Как красиво. Смотрите, розы расцвелись. Сегодня 30 апреля, уже розочки. Как красиво здесь. Вот это молодцы. Вот, смотрите, как красиво. Я люблю зеленые деревья, пальмочки. Вот мы пришли в большой магазин. И с задней стороны этот огромный девахир магазин. Идем кушать, мы очень голодные. Целый день работали. Мы
сегодня целый день бегаем, работаем, сейчас перекур немножко на нашем знаменитом балкончике. Потом, надеюсь, хорошее видео снимем. Это Шишли Мэджико. Сколько здесь людей. Мы идем сейчас до дома. Дочка. Это в нашем районе. Сейчас 6 часов вечера. Смотрите. Шишли Мэджико.